Отечественной войны не меркнет боевая слава советской конницы. Сегодня праздничная Октябрьская Москва славит имена героев новой сталинской пятилетки. Павел Быков, знатный московский стахановец, в предоктябрьские дни он закончил свой пятилетний план. Александра Штырова, прославленная многостаночница, ткачиха трехгорки. Вместе с товарищами-автозаводцами вышел на праздник инженер Давыдов, лауреат сталинской премии, один из создателей советского автомобиля. На Красную площадь собираются люди всех профессий, званий и рангов. Стахановцы-фрезеровщица Мария Аверьянова, мастер Рейнгольд Ляц, слесарь-комсомолец Федор Буланов, депутат Верховного Совета, писатель Леонид Леонов, генерал армии Антонов, социалистического труда академик Лысенко, праздничным весельем наполнились улицы и площади столицы.
иностранных государств. На трибуну Мавзолея поднимаются руководители партии и правительства. Великой Октябрьской социалистической революции построен командующий парад.